Мы начнем со смеха. Всем здрасте. Короче говоря, подтверждение того, что вы везете автомобиль в личное поле. Ты пришло довольно много фитов. Он идет с подогревами. Оценка 4 балла, пробег 19. Чтобы заказать автомобиль с аукционов Японии, вы должны иметь представление. Ребят, ну цена, она будет уже просто... Еще хотелось бы уделить внимание именно документам. Да, как там может автомобиль. Я катался. Сейчас реально выгодно вести машину на заказ с аукционов Японии. Мы начнем со смеха. Всем здрасте. Здравствуйте. Небольшой такой, ребят, отзыв. Обратились к Александру за подбором машины. Взяли машину с аукциона. Вел полностью от аукциона до прибытия во Владивосток. Полностью все. По первому звонку приезжал, все, что надо, решалось, все. Большое спасибо, Александр, тебе. Очень было понятно, так как была связь с Александром. Мы живем в Краснодарском крае, по WhatsApp. Запись велась либо голосовыми, либо текстовыми сообщениями. Мы могли прослушать несколько раз все нюансы, уточняли. И это было очень для нас удобно и понятно. Все, таможня очень быстро прошла. Ну, в общем, вообще все супер. Спасибо Васильеву, Александру. Мы доверились и не пожалели. Вы знаете, благодарю вас. Очень много было разных, ну, сомнений, но мы не пожалели ни на минуту. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Сколько по времени шел автомобиль? По времени шел автомобиль недели две, наверное. Да? Ну, нет, он шел. Побольше он чуть-чуть шел. Месяц, наверное. Шел. Вот именно с момента покупки, да, вот до. Да. Месяц. Ну, отличные, месяц, отличные, да, сроки. Мы приехали, все было, автомобиль здесь, вывезли таможню, прошли за один день, за несколько часов прошли экспертизу, и вот сейчас уже мы подали заявление в ГАИ через госуслуги, завтра ее оформляем, нашу красотку. Да, я сейчас вкратце расскажу про машинку, друзья. И знаете, что касается оплаты инвойса. Получилось так, что Иван со всей своей семьей приехал сюда раньше. И расскажите, где у нас побывали? Были в дельфинарии, океанариуме, на Русском острове, на мосту. Проехали по городу на экскурсионном. Были на пляже, на стеклянном. Очень понравилось, красиво. Город красивый. Можно где-то погулять, отдохнуть, все. Квартиру сняли тут, в общем, удовольствия получили много. И самое главное, была всегда связь с фирмой, с Александром, мы не были брошены, то есть всегда по первому звонку нам отвечали. Круто, круто. Я хотел, чтобы вы сказали, что вы были у инспектора в таможне на приеме. Да. Получилось так, что надо было подтвердить, что я покупаю машину себе, поэтому приехали в таможню, таможенник вышел, посмотрел мои документы, меня, что я беру машину себе в личное пользование. Никаких лишних вопросов, ничего, это все быстро, очень хорошо прошло. Он подписал и сразу же сказал, говорит, ваша машина сегодня выйдет с таможни. Отлично, я к этому вернусь. И теперь, сколько обошелся автомобиль? 1 170 000. 1 170 000 рублей. Итак, это у нас Toyota Corolla Fielder. 19-й год. Так, осторожненько. Иксовая комплектация. Пробег 62 тысячи на автомобиле. Обошелся он 1 170 000 рублей. Закупили уже масла, фильтра. Записались на постановку автомобиля на учет в ГИБДД. И своим ходом. Когда поедете? Город Ейск. Когда? Через пару дней. Ну, через пару дней ребята поедут. Друзья мои, снова всем привет. Послушали вот такой вот замечательный, великолепный отзыв. Вкратце рассказываю, что произошло. Все, кто крутится сейчас в этой теме, кто заказал автомобиль, кто собирается заказать автомобиль, кто уже заказывал, знает то, что сейчас в таможне требуется инвойс именно на того человека, на кого растаможен автомобиль. Делается это в целях, ну, короче говоря, подтверждение того, то, что вы везете автомобиль в личное пользование, а не на продажу. С Иваном какая ситуация произошла? Вот на тот момент инвойс оплачивали мы за него. На тот момент, когда мы проплачивали инвойс, вот такой постановы еще не было. Но мы, как говорится, своих не бросаем.
подсуетились, сделали, съездили в таможню, написали объяснительную. Короче говоря, все нормально. А еще вот, знаете, такое стечение обстоятельств получилось, то, что Иван сюда приехал намного раньше. Прям намного раньше. Если мне не изменяет память, машина, ну, не в Японии была, но, короче говоря, даже еще не разгрузилась. И вот, вот такие вот манипуляции. Все разрулено, все круто, все отлично, люди довольны, уехали просто на обалденном филдере. Итак, возвращаемся к теме инвойса. Сказал, да, то, что вы везете на себя автомобиль для личного пользования, инвойс должны оплатить именно вы. Если лазейка, да, лазейка есть, инвойс может оплатить доверенное лицо. Вот недавно была проплата, и спробовали, как все это происходит. То есть вы делаете генеральную доверенность, ну, в данном случае платил инвойс я, вы делаете генеральную доверенность на меня, там она идет определенной формы, которая действительно прокатит в банке. Вы делаете заверенную копию паспорта, высылаете все нам во Владивосток, не почтой, а у нотариуса, у них есть там своя внутренняя система. Я пришел, мне распечатали доверенность, мне распечатали копию паспорта, все это нотариально заверенное. Я пришел в банк, оплатил. Да, это как бы геморройно, но тем не менее, инвойс оплатить можем за вас. Я к чему это веду? Знаете, вот у нас, когда что-то изобретают, о людях не думают. Так вот, находитесь вы где-нибудь, я не знаю, в деревне, в селе, в городе, но нет у вас банка, который сможет сделать SWIFT-перевод. SWIFT-перевод – это перевод за границу. Но не получается. Ближайший банк у вас находится, я не знаю, там за 1000, за 2000 километров. Но вы же не поедете туда. Соответственно, инвойс оплатим за вас. Но это так, вкратце. Более подробная информация уже в WhatsApp, друзья. Итак, что сегодня у нас будет за видео? Покажу я вам несколько автомобилей, которые мы привезли для вас под заказ с аукционов в Японии. Для расчета автомобиля, для покупки автомобиля, мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Напоминаю, машины мы возим с аукционов в Японии, машины мы подбираем в городе Владивостоке, делаем штучные проверки автомобилей, делаем подбор автомобилей вместе с вами, делаем подборы без вас. В общем, друзья мои, более подробная информация в WhatsApp. Не переключаемся, присаживаемся поудобнее, не забываем подписаться на канал, погнали, смотрим. Друзья, и также не забываем подписываться на телеграм-канал, на Яндекс.Зен. Напоминаю, там будет розыгрыш. Розыгрыш. Как набираем 10 тысяч подписчиков, делаем бесплатный подбор автомобиля. Все активные ссылочки под этим видео. Итак, ребят, значит, сегодня вам покажу фиты. Фиты пришло довольно много фитов. Буду немножко поглядывать. Значит, смотрите, первый стоит у нас 19-й год. Он идет 4 балла. Пробег на автомобиле 66 тысяч. Стоимость автомобиля подключена, обошлась нашему клиенту 1 миллион 90 тысяч рублей. Сейчас вкратце пойдемте, покажу вам фиты. Вкратце рассказываю про них, а потом уже более подробно будем смотреть. Значит, данный вариант у нас 18 год, 4 балла, пробег на автомобиле 19 тысяч километров, Edition у него комплектация, обошелся этот автомобиль 1 миллион 46 тысяч рублей. Значит, переходим к следующему. Следующий автомобиль у нас идет, ну, красненький, розовенький, бордовенький, называйте его по-разному. Итак, 18 год, 10 месяц, оценка у него идет 3,5 балла оценка, и стоимость автомобиля составила 1 миллион 50 тысяч рублей. Переходим с вами к четвертому фиту. Видите, да, вот фиты, насколько это популярные автомобили. Но это реально, блин, самый популярный автомобиль. И вот предыдущий кузов и свежие кузова. Вот, кстати, посмотрите, стоит свежий кузов, про них будет отдельная история, тоже очень много таких автомобилей понакупали. Единственная проблема, что передки это да, а вот взять автомобиль 4WD в свежем кузове, ну, поверьте, тяжеловато. Итак, значит, следующий автомобиль, 19 год, пробег на автомобиле 58 тысяч километров, аукционная оценка 4 балла, стоимость автомобиля 1 миллион 52 тысячи рублей. Ну, давайте начнем мы с этого красавца. Edition комплектация, он идет с подогревами, оценка 4 балла, пробег 19 тысяч, обошелся автомобиль 1 миллион 46 тысяч рублей. Посмотрите, фарики у него идут обычные, красивый цвет, он пришел, ну не то что пришел, они идут без литья. Колпаки есть, повторители, бесключевой доступ. Есть у него W1, да, аукционе кто-то тут порвал. 4 балла,
пробег 19 тысяч, 3 крашеных элемента. W1 это хороший качественный окрас. Чистый салон. Здесь небольшая уборка. Салон будет у нас в порядке. Кнопка старт. Здесь идет полный руль, то есть это управление круиз-контролем, да, и управление музыкой. Газер с магнитола. С правой стороны находятся кнопки отключения систем безопасности. Есть у нас подстаканник, регулировка зеркал. Вот они, подогревы. Подогревы на фитах — это редкость. Комплектация идет у нас бардачком, но это не GL комплектация. Здесь два подстаканника, выведен USB вход. Регулировка руля у нас есть и по вылету, и по высоте. Обратили внимание, в последнее время практически все автомобили стали приходить именно с регистраторами. Верхний бардачок, какая-то вот такая вот кожаная штука с инструкциями на автомобиль. В общем, все бумаги, ладно, в подробности вдаваться не будем. Новый владелец будет разбираться, что это такое. У нас получается еще параллельно такой мини-обзорчик идет именно по фиту. Что он из себя представляет? Чистейшее состояние салона. Напоминаю, трансформация сидений очень здесь идет удобная. Ну и чистейшее багажное отделение. Плюс ко всему, сидения здесь складываются в ровный пол, ребят. Переходим к следующему. Следующий вот такой вот красавчик. Напоминаю, 18 год, 10 месяц. Оценка 3,5 балла. Обошелся он 1 050 000 рублей. Обратите внимание, да, здесь уже идут другие фары. Он идет у нас с туманками. Также без литья. На практически новой летней резине. Тоже вот пришел автомобиль. Нужна такая легкая уборка. Значит, с правой стороны у нас висят шильдики о замене масел. Сейчас поднастроюсь. Это идет GL комплектация, коробка передач. Здесь идет вариатор. GL-ка, она идет полный. Идет полный руль. Также магнитола Газерс, да, и колпаки. Колпаки находятся у нас в автомобиле. Друзья мои, чтобы заказать автомобиль с аукционов Японии, вы должны иметь представление, да, что вы хотите, какой автомобиль вы хотите. А не так, то что: Саша, посчитай нам фита, а посчитай нам солева, посчитай нам, я не знаю, свежего фита, посчитай нам рактис. Да? То есть у вас должно быть понимание, что конкретно вы хотите приобрести. Если вы как бы сомневаетесь, без проблем, я вам дам консультацию. Ребят, но это я веду к тому, то что у вас должна стоять цель, да, к покупке автомобиля. А не так, то что: Саш, сделай мне расчеты. Саша делает расчеты. Я к тебе в следующем году обращусь. Ребят, просчитать автомобиль — это тоже работа, это тоже занимает время, поэтому цените, пожалуйста, и свое, и мое время. Это очень важно. Ну и плюс ко всему, да, если я просчитаю автомобиль, через 2-3 месяца, ребят, ну цена, она будет уже просто не актуальна, потому что курсы они меняются. Когда вы обращаетесь, я вам просчитываю автомобиль, то есть, ну, я вам даю расклад, что, куда, как платится. Значит, как я уже говорил, коробка передач, здесь стоит вариатор, объем двигателей здесь 1,3 литра. Есть гибридные версии автомобиля, но гибридные версии автомобилей, как все прекрасно понимают, это идут санкционные автомобили. Значит, про двигателя, опять же, в подробности мы с вами вдаваться не будем, да, что из себя представляет этот двигатель, что из себя представляет вариатор. Я скажу так, ребят, это и хороший вариатор, это и хороший двигатель, да, при должном обслуживании автомобиля. То есть лейте хорошее масло, хорошее качество масла, не экономьте на этом, не экономьте на фильтрах. Я всем рекомендую покупать именно японские фильтра, чтобы вы понимали, да, ну, грубо говоря, воздушный фильтр какого-нибудь непонятного производства стоит 400 000 рублей, хороший японский воздушный фильтр стоит где-то в районе 1500 рублей. Хорошее японское масло, опять же, стоит где-то в районе, ну, в районе 4000 рублей. То есть на этом экономить не нужно, и тем более не нужно экономить на вариаторе. Вот эти вот автомобили, двигателя, зарекомендовали себя очень хорошо. Переключаемся на следующий автомобиль.
Еще хотелось бы уделить внимание именно документам, да, как там может с автомобилем. Многие по-прежнему думают, что покупается физик, и на физика растамаживается этот автомобиль. Ребят, это не так. Машина там может именно на вас. Допустим, находитесь вы где-нибудь там в Москве, в московском регионе. После того, как мы купили с вами автомобиль на аукционе Японии, вы высылаете заверенную копию паспорта. Короче говоря, машина будет таможиться именно на вас. То есть первым собственником в электронной ПТС-ке будете именно вы. Не кто-то там дядя Вася, дядя Петя. Хотя, в принципе, знаете, когда машины таможились на физиков, страшно, в этом абсолютно ничего нет. То есть, ну, делали перерегистрацию. Вот сейчас никакой перерегистрации делать не нужно. Собственником будете именно вы. А это у нас 19-й год. Пробег на автомобиле 58 тысяч. Оценка 4 балла. И стоимость автомобиля 1 050 2000 рублей. Вот столько вот обошелся он для нашего клиента. Вот здесь можно сразу заявить, резина стоит просто новая. Я вот стою издалека, вижу, какая она жирнючая. Также есть бесключевой доступ, повторители, ветровиков на автомобиле нет. Смотрите, какой здесь агрегат стоит. Баги пригнали. Катался кто-нибудь на таком баге? Я катался. Тема вообще уматная. Сзади вот вижу коцочка, она уходит локальным ремонтом. Камера заднего вида есть, метла, антенка. В общем, шикарный фит. Реально шикарный фит. Оп, у него идет круиз-контроль. Вот настоящий родной аукционный лист, пробег 57 тысяч. Ну, GF комплектация. Вот обратите внимание, здесь у нас нет бардачка. Здесь, знаете, такое удобное информативное табло. По месту. Да что рассказывать по месту? Нормальное место. Сам сейчас, в данный момент, я катаюсь на фите. Мне нравится. Я езжу на гибриде. На гибриде, ребят, с ума сойти. Расходы вообще просто, блин, минимальные. Ну, конечно, гибриды. Вот то, что есть сейчас на рынке, гибриды, да, они в цене задрались капитально. Даже не знаю, есть ли смысл сейчас покупать гибриды, переплачивать. Почему? Потому что мы гибрид покупаем для чего? Для того, чтобы экономить. Автомобили, которые стоят сейчас на рынке, стоят бешеных денег. То есть сейчас реально выгодно вести машину на заказ с аукционов Японии. Оно и до этого было выгодно, но сейчас это еще выгоднее. То есть у меня просто в голове не может уложиться, если я захочу себе привезти, купить филдера и переплатить за него 528 тысяч рублей. Это утильсбор. То есть давайте еще раз напомню, что это такое. Если вы везете обычный автомобиль с объемом двигателя 1,5 литра на продажу, Axio, филдер там, да, такие распространенные автомобили, то будет переплата. Ребят, и вот что касается, да, многие до меня не могут дозвониться. Вот сейчас ко мне идет звонок, я снимаю видео. Вот, я не могу отвлекаться. Поэтому, друзья мои, если вы до меня не дозвонились, пишите мне в WhatsApp. В WhatsApp отвечу всем. Как только буду свободен, сразу же отвечу вам в WhatsApp. Короче говоря, в двух словах, если вы будете покупать машину на рынке, за автомобиль с объемом двигателя 1,5 литра будет переплата 528 тысяч рублей. Я не знаю, везут ли продавцы такие машины сейчас на продажу. Литровую 0,7 везут, там тоже есть переплата. Я не знаю, как это будет выглядеть в дальнейшем, но я знаю одно. Если это будет, ну, блин, это вы просто очень богатый человек, который готов переплатить 500 000 рублей. Да, а тут не забываем, тут еще есть заработок продавца. Это как минимум 10% от стоимости автомобиля. В общем, друзья мои, хотите привезти автомобиль с аукционов Японии, пишите мне WhatsApp, звоните мне WhatsApp. Делаем расчет. Подходим реально к каждому клиенту индивидуально, то есть стараемся машины стараемся приобрести как для себя. Очень важно то, что мы работаем именно по договору, то есть деньги вы переводите на расчетный счет. В договоре прописываются все нюансы. За более подробной информацией мой телефон под этим видео в описании канала. Ребят, еще кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь на другие соцсети, на мои, они указаны под этим видео в описании канала, потому что что-то у нас с ютубом у нас что-то непонятки какие-то происходят.
Всем хорошего настроения. Всем огромнейшее спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца, кто прокомментировал, кто поставил лайк. Всем пока, друзья мои.